right through the first German defense line. Break through the second German defense line. Reclaim the airport and encircle the city. Attention, comrades! These fascist bastards cannot resist the might of the Red Army. We will take back everything that they took from us. Our top priority is to keep the enemy army in a pocket around the city. We must not let them break out. First, we must demolish the German defense lines before us. Какие координаты? Готов выполнять приказ. Готов выполнять приказ. Есть! Слушаю. Готов выполнять приказ. Оживи распоряжение. Оживее! Транспорт готов! Я готов. Транспорт готов! Да! Враг! В атаку! Поживее! Да! Есть! Слушаю! Я готов! Стреляйте! Атакуем! Уничтожили! Блин, по цели! Уничтожили цель! Уничтожили цель! Поживее! Блин, по цели! Облачко! Есть! Засекли противника! Стреляйте! Убейте! Уничтожили! Убейте! Now attack the rest of their front line from behind. Есть! Пехота в пути! Обнаружен противник! Атакуем! Убейте! Уничтожили цель! Пехота в пути! Стреляйте! Блин по цели! Огонь! Еще один вдох! Готов выполнять приказ! Ожидаю приказа. Неприятель! Облачко! Пехота в пути! Убейте! Яблочко! Great progress, comrades. Don't lose your momentum. Continue your attack. Now you must break through the second defense. Готов! German panzers on the horizon! Пехота в путь! Жду приказ. The Germans are launching a counterattack. Hold this position, comrades. Я готов! Пехота идет! Слушаю! В атаку! Да! Двигаюсь!
готов. Иду. Готовы служить? Пехота в пути. Слушаю. Так точно. Да. Противник! Перемещаю орудие. Да. Пли по цели! Да! Пли! Распоряжение? Яблочко! Огонь! Перемещаю орудие. Приказом. Перемещаю орудие. Пли! Иду! Перемещаю орудие. Ожидаю приказов. Так точно! Техника готова к работе. Я готов. Врач идет. Мы готовы. Так точно. Мы готовы. Открываем огонь! В атаку! Приказы? They are running like dogs. Advance! Приказы? Приказы? Ожидаю приказов. Я готов. Распоряжение? Пехота в пути! Враг! Стреляйте! Первая помощь! Еще один вдох! Слушаю! Огонь! Какие координаты? Пли по цели! Мы готовы! Приказы! Распоряжение! Пехота идет! Слушаю. Поживее! Пехота идет. Какие координаты? Иду. Я готов. Будет сделано. Я готов. Так точно. Враг! Иду!
Так точно! Координаты? Фоя! Мы готовы! Так точно! Я готов. Распоряжение. Ну, враг! Я готов. Открываем огонь! Атакуем! Открываем огонь! Поживее! Атакуем! Мы готовы! Поживее! Да. Слушаю. Мы готовы! Бли по цели! Иду! Замечен враг! Уничтожили цель! Есть! Так точно! Уничтожили цель! Уничтожить их! Уничтожили врага! Атакуем! Приказы? Приказы? Так точно! Приказы? Так точно! Приказы? Ну уже! Уже иду! Готов выполнять приказ! Есть! Патроны, топливо, ремонт! Распоряжение? Мы готовы! Готовы к атаке! Грузовик снабжения готов! Нужны патроны, топливо, ремонт! Ожидаю приказов. Есть! Приказы? Нужны патроны, топливо, ремонт! Да, иду! Готов. Есть! Распоряжение? Какие координаты? Приказы? Иду! Vorsicht! Стреляйте! Убейте! Враг! Поживее! Стреляйте!
Охота идет! Обнаружен противник! Еще один! Дубли по цели! Good job! Advance and occupy the airfield and close the pocket around the city. Пехота идет! Ожидаю приказов. Двигаюсь! Готов. Так точно! Reinforcements arrived. Давай же! Грузовик снабжения готов. Есть! Нужны патроны, топливо, ремонт! Грузовик снабжения готов. Техника готова к работе. Распоряжение? Да. Техника готова к работе. Так точно! Готов. Слушаю. Жду распоряжений. Грузовик снабжения готов. Техника готова к работе. Слушаю. Да. Да. Готовы служить! Пехота в пути! Слушаю! Пехота в путь! Готовы служить! Пехота готова! Пехота идет! Пехота готова! Готов. Жду распоряжений. Ну уже! Распоряжение? Перемещаю орудие. Перемещаю орудие. Техника готова к работе. Пли! Уничтожили врага. Надо выполнять приказ. Давай же! Неприятель! Атакуем! Готовы к атаке! Пли! Да! Приказы? Жду распоряжений.
точно! Ожидаю приказов. Иду! Открыть огонь! Еще один сдох! Ожидаю приказов! Так точно! Comrade, I hear tank engines from the north. They must be trying to break out of the city. Brave comrades! You must prevent them from breaking out of the pocket at all costs. Готов выполнить приказ. Reinforcements arrived. Я готов. Есть! Техника готова к работе. Уже иду. Ожидаю распоряжений. Готов выполнять приказ. Грузовик снабжения готов. Замечен противник. Есть! Есть! Атакуем! Пли по цели! Да! Давай же! Грузовик снабжения готов. Обнаружен противник! Уничтожить их! Есть! Двигаюсь! Давай же! Уничтожить их! Уничтожили, вратные готовы! Грузовик снабжения готов! Готовы к атаке! Видна цель! Пли по цели! Орудие готово! Перемещаю орудие. Распоряжение? Your heroic efforts successfully kept the fascist trapped inside the pocket. Rest a while now, comrades. Tomorrow we are going to take back Klin and drive back the Germans. Monday, December 1st, 1941. My heart and mind are still in Leningrad. I would have loved to have stayed and helped defend it, but we had more pressing matters at hand. We were transferred to Moscow. How did the Germans get so far so quickly? How can it be that the heart of the motherland is now in danger? For weeks, the city has been under attacks, but the Germans were unable to capture it. I would suggest it was because of the unbroken will of the Red Army, but my strategist mind says it was also because of the Rasputitsa. Nothing can prepare them for the mud season, and for the frost after it. When I arrived in Moscow, the Germans sat freezing at the gates, unprepared for what was coming for them. It was time to drive them away from our capital. We approached Klin from the northeast to encircle the Germans and take the airport from them. And we sent them running. My men sent the fascists home in the worst possible way. You could really tell we were fighting for our motherland. I knew that my men would need some unconventional methods to flank the German defenses, so I told them some of Chuikov's tactics. I think it turned out all right. While we took the airport, Rokossovsky approached Klin from the south, and we could encircle and free the city. Our comrades on other parts of the front were similarly successful.
The fascists are on the run, and Moscow is safe for now. Today we celebrate. Tomorrow, we free the rest of our motherland.